Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на сервере Awards Roleplay. Сегодня у нас будет обзор этого сервера. У них здесь Кирилл Красава, потому что Кирилл Путбуль был занят, поэтому я сделал ник Кирилл Красава, поэтому, если что, не путайте с моим фейком, у меня ник Кирилл Красава. Как бы да, поэтому в описании все будет, если что, IP, там группа, мой ник, поэтому не путайте. Кстати, регистрация здесь очень интересная, всем советую заценить, реально, регистрация здесь реально интересная, мне очень понравилось, просто я не показывал, потому что там пароль был. Так, добро пожаловать на сервер Awards Roleplay, если вы на сервере впервые, то почитайте эту информацию до конца. Ну, здесь вы можете почитать подробно там о сервере там и так далее. Так, здесь мы можем покушать, спаун тоже очень даже симпатичный, я вам скажу. Есть шкала голода, в принципе, все красиво выглядит. Мне нравится. Итак, бонус здесь, я так полагаю, сколько у нас? 40 или 4 миллиона. Так, по-моему, да, 40 миллионов бонус, короче, да. Ну, бонусник, короче. Онлайн здесь сейчас 18 человек, довольно-таки неплохо, 10 утра. Ох, какая красивая загрузочка идет. Вот это круто, реально, это круто. Так, посмотрим сейчас, что здесь как. Так, аренда мопедов, встаньте на пикап. Блин, круто, видите, аренда мопедов здесь. Блин, я не знаю, сервер очень мне нравится уже с первых шагов, так сказать. Так, принять, все, арендуем скутер. Я не знаю, куда мы ехать даже, честно говоря. Так, основные места, давайте, а есть мэрия, не Арзамаса. Так, автошкола. Давайте, я думаю, в первую очередь поедем в автошколу. Поэтому, да, поедем сначала в автошколу. Кстати, GPS, видите, какой здесь прикольный. Нам, конечно, далековато почему-то ехать. Нужно аж в Арзамас, я так понял, да? Или куда нам нужно ехать? Нам нужно ехать в Батырево. Ну, хорошо, сейчас поедем в Батырево. Я не знаю, права здесь сразу выдаются или нет. В принципе, я вот серьезно не знаю. Так, здесь у нас есть квартирки. Дома, я думаю, все уже выкупили, скорее всего. Потому что, ну, нормально здесь, более-менее онлайн, уже 19 человек. Да, люди заходят, наверное, сейчас утро просто, и никто не заходит. Так, а здесь что, гаражи есть? Или, да, здесь есть, пацаны, система гаражей, кстати. Так, окей. Видите, сколько здесь гаражей? Так, низкий класс, 450 тысяч стоит гараж. Ну, мы себе гараж не будем покупать пока что, потому что у нас нету даже машины. Не, ну согласитесь, сервер довольно-таки прикольный. Мне уже нравится, честно, мне уже нравится. Как это все выглядит, это прикольно. Эти переезды, блин, круто сделали. Заправочка, так, домики здесь заняты, к сожалению. Вот такие вот красивые домики здесь, симпатичные. Но они уже все заняты. Ладно, поехали в автошколу. Хотя давайте, может, админу спросим. Так, связь администрации. На... Права нужно сдавать? Сдавать. Давайте спросим. Я не знаю, админ есть сети или нет. Так, у нас таможня. В принципе, тоже симпатичная. Я просто не знаю, есть смысл сдавать на права или нет. Админов, наверное, все-таки нету в сети. Ну, а ну, автосалон здесь далеко находится, что мы сразу проверили заодно, есть у нас права или нету. Так. А, автосалоны. Так. А у нас находится он где? О, на Нашане. Все, нам как раз по пути. О, деревья здесь стоят. Блин, реально по маппингу у них и по системе здесь все очень круто. Я думаю, вы со мной реально согласитесь. Бля, и спидон, видите, эта шкала падает белая. Типа, что мы рядом уже находимся. Это круто. Это реально круто. Так, какой-то вообще дом на Нашане, пацаны. У вас когда-то был дом на Нашане? У меня тоже не был. Ну ладно. Так, у нас есть 40 миллионов. Сейчас посмотрим, что здесь по ценам, так сказать. А, типа там... А. Ёп, макарёк, пацаны. Как все серьезно, блин. Так, извиняюсь, я просто попил чайка. Да. А, кто любит, пацаны, холодный чай, точнее, черный чай со вкусом лимона, то ставьте лайк. Да. А, вас приветствует автосалон. Перейти к покупке транспорта. Так. Окей, значит, у нас есть права, нам не нужно сдавать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за машины есть. АК,
немного багна, видите, он садится в тачке. X5-я. А где цены? А, вон цены сбоку. Ну, немного не влезает, конечно. 5 или сколько? 56 миллионов стоит. Ого. Походу, пацаны, нам тут не по карману ничего. Не, может, что-то и... 68 миллионов. Ну, все-таки бонусы, видите, цены сделали для того, чтобы... Ну, большие цены сделаны для того, чтобы вы сразу не могли себе все позволить. Как бы, чтобы вы не задротили сразу, и чтобы не могли... Конечно, блядь, пиздец. Дороговато, блин, нет. Я не знаю, что мне можно купить. А, во, 880 тысяч стоит Шкода. 360 тысяч... 62 миллиона. 64 миллиона, да? 56. 44 миллиона, пацаны, стоит 4-ка. Нормально. Чё? Вполне себе. Вот, 400 тысяч, кстати, стоит Lexus. Lexus как-то я не очень хочу. Так. Вот, лям. Уже цены хоть нормальные пошли. 2 ляма. Приора. Приора, пацаны, 2 ляма. Так, 990 тысяч. Так, Bentley. 11 миллионов 200. Бентли я бы себе на самом деле взял бы. Так, 32 миллиона. Вот Бентли, она не сильно дорогая, как бы. И еще бабки останутся. Так, СВА. Так, Кадиллак. Это я знаю, так. Я так понял, все. Так, короче, берем Бентли и поедем уже дальше. Так, вот Бентли, я не знаю, может белого цвета лучше взять. Либо черного. Нет, голубой точно нет, желтый. Давайте белого цвета купим ее. Так, 11 миллионов 200 тысяч. Конечно, беру. Так, поздравляю с приобретением автомобиля. Загрузить автомобиль можно с помощью команды FixCar. Автомобиль помещен в слот 1. Пожалуйста, не забудьте припарковать. Хорошо, спасибо. Так, сейчас тогда пишем команду FixCar. FixCar. И, ага, я уже видел, где она появилась. Так, Bentley, да, значит? Bentley. Колеса не провалились? Ну, блин, нет. А, нет. Показалось. Думал, на багнуть, типа. Так, заводим наш двигатель. Мы, короче, теперь на Бентли, ёпта. Мы теперь на Бентли. Я вот это понимаю, роскошь просто. Так, давайте проедемся, посмотрим. Домики здесь, я вижу, заняты. Так, давайте на рублевочку туда заглянем. Что-то по домам вообще. А, тут еще дома с гаражами. Ну, нормально, чё. Рублевочка такая. Это, по-моему, как на старом, как на Мазинге старом было. Типа рублевка, типа вот что-то типа такого. Я так полагаю. Блин, я сейчас, кстати, погода просто подсыду. У кого погода хреновая, то пишите в комментариях. У меня просто второй день уже шторм, ливень, пиздец, короче, происходит. Поэтому, да. Молния там, все дела. У меня уже, блядь, насморк даже появился, блядь. То я промок вчера, блядь, когда гулял. Малёха. Ну да, тут все занято, поэтому нам здесь ловить нечего. Нужно купить себе хороший скин. Блин, ну по маппингу у них здесь все реально прикольно. Такая парковочка есть. Как парковочка? Базарчик, типа. А, бля, только мы здесь не приедем, да? Проехали. О, есть магазин оружия, блин. Круто. Заправочка. Ну все, конечно же, куплено, блин, потому что... Бригада Фэмили. АС Бригада Фэмили. Типа это семейный бизнес или что? Или что-то я не укупаю. Ладно. Все, едем в магазин одежды. По идее он в на месте находится. Да. Как всегда здесь. Находится магазин одежды. Так, паркуемся. Глушим. Все. Бля, на Бентли вообще по кайфу ездить. У нас осталось еще 28 миллионов. Так, Adidas. Глобус, окей. Так, войти. Да. Блин, такая прогрузка мне вообще нравится. Блин, реально по кайфу просто. Так, всегда поможет вам. Ну, это понятно, что мне теперь всегда поможет. Так. Ух ты, ёб твою налево. Ух ты, ёб. Ага. Я вас понял. Не, на головной убор, я думаю, нам не нужен, конечно. Хотя...
Хотя сейчас, может, что-то найдем на нашего персонажа. Там просто регистрация интереса, пацаны. Всем советую посмотреть. Там выбираете, типа, какого, типа, блядь, каким персонажем вам поиграть. И он всегда будет, типа, в таком виде. Там всего их, по-моему, немного, конечно. Так, продолжаем, короче. Блин, а можно мне без этой херни? Во. Так, бандана. Что не очень похоже на бандану, ну ладно. Так, можно обратно отменить? Да, спасибо. Мне, пожалуй, это все не надо. Конечно, сложная система, блин, видите, не под каждый скин она подходит. Да, часы тоже как-то, рюкзак. Рюкзак можно будет еще сделать. Как бы, а тут можно именно скин купить? Просто, блин, я подобных серов как-то еще не замечал, на самом деле. Типа такой системе. Так, рюкзак. А я рюкзак вообще не вижу. А где рюкзак? Как? Можно как-то повернуть? Вот я дебил, я не видел, что тут внизу это есть. Ёпта, куда лево, алло. Ша, блин. Ладно. Сколько он стоит? 25 миллионов? Да? Херня. О, вот такой я скин себе хочу, блин. 25 лямов за скин. О, какой красавчик. Блин, может такой скин себе купить? Такой, знаете, блатной пацан чисто. Короче, покупаем скин, пацан, за 22 миллиона. Купить. С рюкзаком теперь. Заебись. Да. И сколько? Или он не 22 миллиона стоил? Может, 2 миллиона? Угу. Не, ну 22 миллиона. О чем я не снялись? Ну ладно. Ничего страшного. Деньги есть. Деньги не снялись почему-то. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, загрузочка наша любимая. Красивая. Мою бэнк хоть не спиздили, еще не. Так, значит, едем дальше. Так, давайте пробуем на нее номера получить. Сейчас какой-то набор проходит. Так, проходит ФК Батыревская. Типа ОПГ, наверное, Батыревская. Окей, сейчас номерки получим на свою машинку. Так, чуваки тут стоят, это что? Платить штраф. Оплатил. Так, купить лицензию на оружие. Конечно. У вас нет медкарты. Ну ладно, получить номера на транспорт. Далее. Спецназ, эдо, ППС. А как можно их выбрать? Ара. Ну такое. Может что-то другое. Так, а можно не ара. Так. ЕАА. На видите, сразу номера показывают. Вот это круто. СМА. Нет, я хочу БЛАД, пацаны. Я хочу БЛАД. АСХ 122. Ну такое, надо БЛАД. Вот это охуенная система, что вы заранее можете номера посмотреть. Вот это реально круто. ВОР 701. Ну такое тоже, да. Типа ВОР. НХ. Ну такое, блин, дайте мне БЛАД номера, пожалуйста. ТЕР. Нет. Так, далее. ОАЕ. Тоже не очень. А РОД. Нет. Точно. Ну, видите, блин, можно выбить как-то блат номера. Видите, они пишутся все-таки. Е, пацаны. Все, блат номерки. Я все-таки их выбил, блядь. Я все-таки их выбил, сука. Да, конечно, сразу 50-го, но, пацаны, все-таки у меня это получилось. Я выбил себе номера. ССС 880. Я думаю, это успех. Так, личный автомобиль. Так. Личный автомобиль. Блин, здесь еще система такая прикольная. Просто, пацаны, выбил себе тачку на блат номерах. Это реально круто. Точнее, выбил блат номера на тачку. Да, видите, сколько я спробовал. Ну, раз 20, короче, где-то пробовал. Но все-таки у меня получилось выбить охуенный номер. 3S 880, пацаны. Так что система здесь получения номеров охуенная в том, что вы можете даже не через донат выбить себе хороший номер. Ну что ж, давайте, наверное, припаркую мою машину вот здесь. В принципе. Чтобы никто не пизданул. Я не понимаю, что у меня деньги за скин не снялись. Ну ладно. Так, лучшим пишем парк. А, здесь запрещено парковать машину. Окей.
Ну, давайте где-то здесь припаркуем, чтобы недалеко было. Так, ну давайте, допустим, на складе каком-то, да? Так, все, я припарковал успешно свою машину. Выбил на ней блат номера, пацаны. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm all